Хочу рассказать про еще одну, на мой взгляд, уникальную доску в линейке женских сноубордов Burton. Это первый женский сплитборд антисошел. Чем доска уникальна? Ну, во-первых, здесь directional camber проги, directional flex, жесткость тоже направленная, нос доски более широкий и легкий по сравнению с хвостом. Вот, все это вместе дает невероятную способность и плавучесть в глубоком снегу. Кроме того, кембер, который здесь расположен в этой части, дает возможность классного контроля и стабильности на задутых и каких-то ледянистых участках трассы либо офф-писта. Запеченная технология скользяка делает его еще более прочным и более быстрым. Доска также сконструирована с учетом женской анатомии, поэтому обладает меньшей торсионной жесткостью, она более податлива. На мой взгляд, для девочки, которая не хочет зависеть от канатных дорог, эта красотка из семейства Family Tree является обязательным снаряжением. Очень советую.